Итак, ребят, всем привет! Сегодня у нас начинается очередная экспедиция, надеюсь, хотя бы как минимум на ночь. О, ребята, чехол, обязательный атрибут. Фляжка будет обязательно. Хабарнец, ребят, смотрите, какой хабарнец через плечо, вообще класс. Плюс на ремень. Плюс за ногу. Блин, я сейчас буду как этот, ребята, как Рэмбо, знаете. И еще там что? О, еще хабарницы, ребята, это самое, под пинпоинтер, да, и под монеты. Давай. Саша, я не знаю, у тебя есть коллекция, нету в коллекции? Нет. Но. О, ребята. Добавим 3 копеечки 1897 года, Александр II. Ребят, огромное спасибо вот за такую коллекционную монету. Да? Разлито? Ну тогда, ребята, все, дело поперло. Смотрим, будет очень интересно. Это у нас 10 копеек. 21-й год, ребята. 21-й, ёртишь, твоя налево. А она дорогая. Вот так вот, ребята. Два сигнала, два серебра. Зачет. Ну, хватит пылить, ты ёшь, твоя налево. Че ты пылишь-то? Итак, ребят, доброе утро. Все живы, здоровы. Конечно, были у нас утраты ночью, ну и утром тоже. Но ничего, все выжили, все сейчас поправили здоровье. В общем, все шурфят. Раз там команда шурфит, там вторая и там третья. Вот именно третью бригаду я сейчас пойду тоже пошурфлю. Я думаю, что-нибудь будет. Кстати, вон шурфа масона подняли. Очередного. Ладно. Всем привет. Новое утро. Новое. Вот интересные находки. Так что смотрим. Итак, ребята, первый раз. Вернее, первый сигнал, ребята. Смотрите, какое чудо выскочило. На прошлом копе колокол. И сейчас смотрите колокол. Офигеть! Ай-яй-яй! Так это здоровье. Да нет, это не ботло, серый. Ботло другой. С язычком я тоже тяжелый, потому что она отгнил язычок. Они железные язычки отгнимали. А, это потуже, даже с поясом, блин. Ага. Прими вторую подряд, ёпта. Зачет. А я, смотри, кирпичи вытаскиваю оттуда, ковыряю, ёшкин кот. И вот сигнал идет и идет. Да. У меня вот такой был поменьше, без этого, без ушка. Я сюда переделал от напильника ручку за. И вот так раз. Жену, да? Жена ко мне. Юморист. Жена в кровать. Ладно, продолжаем. Ребят, сигнал у Костяна. Вон она лежит, вот. Слышишь? Нет. Она у тебя прямо на краю сидела. Есть. По БХС, да? Вон она. Я же беру копейку. Это вырубишь, ёпт. Нет. Это гнилая. После 61-го года, скорее всего. Живая. Живая. Да это я бы не сказал, что живая, блядь. Мертвая. Диви, как один копает, а. Да, ребят, один копает, а эти сидят, копатели, ёшкин кот. Сигнал 19. Вот, давай копай. Смотри. Нет. Нет, смотри, не попадались. Здесь он в косяк лежит. Здесь масон же, понимаешь? Вчера там поздно сколько надергал. Не, не поздний.
50 на 50. Давай копай. Слышь, Саша, иди копай, блядь. У тебя прикол будет, если тебя на банку меня так. Рядом вот на эту вот банку, ёшкин кот. Язычок от банки подкинул. А язычки-то все на месте. Ой, так. Полей нашел. Не материмся. А, нет. Ребят, сегодня погода просто шикарная. Ветра нету. Солнце не топит. Коп просто шикарный. К нам еще одна присоединилась машина. Это Диман, поиск сокровищ. Ну и у меня, ребята, монета. Вот она монетка. Судя по всему, 2 копейки. Да, это 2 копейки. Николаевский образец. Год, к сожалению, не скажу. СПБ. Вот, я хочу сказать, даже неплохой внешний вид. Почистится, будет хороший. Вот так вот. Зачет. Ребят, прошло чуть-чуть. Как вы помните, да, Серега? Здесь. Вон Кинг в ямке моей ковыряется. Двушка. И вот еще одна. Смотрите, апа. Ну, это у нас. Это у нас трешка. 1869 год. Зачет. Вообще класс, класс. Обалденно, кругом, смотрите, ямки, блядь, как лунный кратер, видите, да? Кругом ямы. Мы ямки, да, Кинг? Мы ямки стараемся закапывать. Так что пойдет, классно, классно. Итак, ребята, здесь вот комрад поднял, по-моему, царика и советик. И вот у меня, смотрите, выпал бомб. Тоже копеечка царская. Ну, хорош сохран. Пойдет. Пойдет. Прям видно очертания фундамента. Каменный был. Ну, утро достаточно хорошее с царями. Прикольно. Итак, ребят, практически верховой сигнал. И верховой сигнал, вот он лежит. Что за монета? А монета непонятная. Непонятная. А, это 1 копейка, наверное. Александра II. Да, 1860. 60 какой-то. А, стой. Сейчас посмотрим. Да, 61 год. Копеечка. Зачетно, зачетно. Итак, ребят, среди чернины, среди ямок старых, прозвучал сигнал, и он выпал вот так вот, смотрите, опа-на. Ох, а пуговка-то непростая. А пуговка-то орляночка. На пушках! Офигеть, ребята, орлянка на пушках. Класс, класс, класс. Я говорил, что у меня нету, на прошлом копе была, и вот вторая. С ушком. Вот так вот. Класс, 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 класс. Ребят, копал сигнал. Хороший сигнал. Говорил, что минимум как царь. А здесь вот появилась, думал, пробка. Но когда достал, ребят, смотрите. Цепляй, цепляй. И тащи. Давай тащи. Вот, это что-то. От чего-то. Ну, не знаю. Вещь интересная. Красивая. Посеребренная была. Вот такая вещь. Вон, видите, что там что-то какая-то пряжечка была, чего-то, возможно, кто знает, пишем, от чего.
Ребят, становится жарко. Очень жарко. И уже кинговская шубка совсем не кстати. Из ямки, ребят, выкопал вот такую хреновину. Я сначала испугался, когда она покатилась. Я думал, какая-то бомба. Какая-то бомба. А это потом оказывается просто-напросто гиря. Гиря. И эту гирю мы утащим в машину. На металлолом. Крупный тяжелый металл я собираю. Хорошо. Кстати, у тех вон в кустах, вон, видите, кто-то заложил шурф и шурфит. Все, надо идти на перекур. Ребят, кругом сигналит, пищит прибор. Там приборы, там приборы. Там он еще приборы, но не наши. Там он приборы. И вот мой прибор засигналил. И вот смотрите, желтенькая, кругленькая. А так, пятачок. 31-й год. Хороший. Бодрый. Хотя нет, затертый. Плюс еще, по-моему, с дефектом. Не, пойдет, 31-й год. Нормуль. Да, нормуль. Ходим, ищем. Ребят, находка. Только что недавно показывал пятачок. И вот очередной пятачок, ребята. Тоже затертый. Тоже старый герб. Год 28 проглядывается. 28-й год. Вот такая вот монетка. Приятно. Ванквиш 540-й. Пятаки хорошо вообще видят. Очень хорошо. Медь, серебро не пропустит. Итак, ребята, к сожалению, нашу честную компанию покидает Волгоград Федор, он же Джек. И я хочу ему сделать небольшой такой сувенир, нашу наклейку и логотип нашего сообщества. Я думаю, он с гордостью будет носить нашу атрибутику. Федор, рассказывай, как тебе покатушки в Самару? Что? Рассказывай, как тебе покатушки в Самару? Отлично. Как тебе наша город компания? Красивый. Ну, город. Дороги отличные, как водитель получил моральный оргазм. Вот. Ну а как тебе это, самарчане? Места? С кем ты общался? Интересные. Самарчане приятный народ, конечно. Что, в следующий раз приедешь? Обязательно. Обижайтесь. Собака. Ну, от нашего сообщества наклеечка на автомобиль и логотип, шеврончик. Я думаю, в следующий раз. Буду с гордостью носить. Во-во. Ну спасибо, ладно. За приятную компанию. Все, давай. Счастливо. Спасибо. Удачи. Взаимно. И хороших находок. Да, находки нам хорошие нужны. Ну а мы продолжаем, ребята, ходим-бродим. Находки находим. До вечера будем, наверное. А может быть, еще на ночь останемся. Так что ладно. Федор, удачи, счастливой дороги. Кстати, я. Хабарницу-то показывать. Хабар. А, да. Кстати, он приехал? Традицию. Да. Давайте посмотрим, что он у нас накопал. Традицию нельзя нарушать. Он говорит, по войне копает в основном. Ох, ребята, смотрите. Я думаю, удался выход. По крайней мере, поднял трешку 24-го. Но я хочу сказать, отмоется будет хорошая. Затем царская двушечка, 1903 год. Немножко затерт, но я думаю, сохранчик тоже неплохой. Так, советики. 50-й, 29-й, 55-й, 61-й и 45-й. Ну и вот такая вот изюминка у него сегодня вышла. Это масонский пятак. 1800, наверное, где-то пределы 31 по 36. Здесь, не знаю, стирается, нет, но монета хорошая. Будет венцом коллекции. Да, надеюсь, почистится. С приветом из Самары. Да. Обязательно фотографии вброшу, как будет возможность. Угу. Как почистится, и как, да? Почистится, да. Угу. Прямиком в группу. Окей. Ну все, давай, счастливо. Пока. Удачи. Пока. Ну а мы
завтрак. Мясо там, ребята, мясо. Ребят, в шурфе, в помойке я нашел вот такую, ребята, вещицу. Очень интересная, рукоблудная. И надпись на ноже «Каримов». И серп и молот. Интересная вещица, очень интересная. Ребят, прибежал заснять находку. Находка Андрюхина. Вот в такой вот помоечке. Вот такая супер находка. Ребята, это супер находка. 5 копеек. Масонские. Хороший, бодрый. 1835 год. Хорош, хорош. Андрюху можно с этим поздравить. Зачетная монета, зачетная. Ребят, в прямом эфире. Костяныч, монетка тут должна быть. Вон она. Ну-ка, дай-ка, что там? 5 копеек. Старый образец, ребят. Надеюсь, редкая, дорогая. Нет, не дорогая, не редкая. 31-й год. Зачет. Держи. Вот вам мусорка. Итак, ребят, четкий, звонкий, классный сигнал. Всего-навсего на пол штыка. И где-то здесь должна быть монета. Под лапами? Где монеты, Кен? А вот она. Вот она, ребят, монета. 2 копейки. 1910 год. Вот очередная... О, блин! Хотел сказать, очередная красавица. Да! Красавица! Вот такие вот солнышки у нас. Игровая монета «Орлянка». Если кому интересно, у меня есть видео, где я рассказываю и показываю, как в нее раньше играли наши предки. Это биток, игровой биток. Кто-то, наверное, скажет, это для вычесывания вшей, запилы для того, чтобы медь напилить, чтобы своих зверей лечить. Короче, много всяких вариантов. Но нет, это игровая орлянка. Идем дальше. Итак, ребята, у нас бригада уже потихонечку собирается. Стол собрали. И пора, наверное, подводить итоги. Золотая Нива откопала вот такое количество. Все советы. 53-й, 51-й, двушка, 32-й, полтинник. Ой, 15 копеек, 50-й. И 15 копеек, 31-й, да? Или 34-й, 31-й. Вот. Не густо, конечно, без царей, но все же отдохнули нормально. Сань, что, тебе нравится отдыхать с папкой-то? Нормально, да? Ну, а папки тем более. Ладно, следующие находки. Итак, ребят, находки Сереги. У него здесь вот по куреву такая зажигалка. Затем вот такая вот подсигарница. Давай закурим любительские. Плюс здесь надпись «Танов Кондратьевич». Это вторая именная сегодня нашли. Вот такая бутылочка, внутри была чернила. Странно, очень странно. По царям у него нормально сегодня. Царица полей, 2 копейки, 1820, хороший, бодрый. Двушка, 1875, вот это зачетная. 1-2 копейки, 1899 год, Н2, хороший. Два советика, щитовичок, о, так, 33-й. И вот такой вот крестик-лепесток. Женский, нательный, затертый. Долго его носили, носили. И все же потеряли. Серый, как отдохнул? Отлично. Отлично? Да. Класс. Да, сегодня... Домой уже пора уезжать. Да, пора, пора. Сейчас звонил Женька. Вы еще останетесь. Хочет приехать. Ну ладно, это была у нас серебристая Шеви Нива. Ну что, у нас вон пацаны уже... Разъезжается Серега, Илюха. Давайте, пацаны, счастливо. Илюха завтра на работу. Да и Сереге надо домой.
Так что удачи. Итак, ребят, очередной пятачок. Вот он, пятачок. Что за пятак? Давайте посмотрим старый. Ох, какой сохранчик будет хороший, наверное. Ох, хороший. Не затертый. Надеюсь, редкий. Ага, редкий. 30-й год. Между ямками, ребят. Копаю между ямками. Находки лезут и лезут. Пойдет? Пойдет. Итак, ребят, такси Яндекс. Андрюха. По монетам вот так вот. Советы, ребят. Двадцатка. Интересная юбилейка. 50 лет. Так, интересно, здесь больше ничего нет. Затем две статинки. Иноземная, да? И еще одна иноземная. 74-й год. Алюминий. Вот такой вот классный крест. Внутри, ребята, было дерево. Цвет белый. Возможно, это, я не знаю, оловянный крестик. Царям вообще у него нормально получилось. Андрюха у нас шурфил. И все монеты шурфил. Эта монета Николая I затерта. Двушка. 1870 какого-то. Тоже затерта. 73 копейка. А, нет, 13-й. Вообще классная. Затертая трешка. Царица полей. Здесь хорошая. Здесь удручающая. Копеечка. И тревожка 24-й. Вот и самое, что изюминка сегодня у него. Да и вообще, наверное, у всех у нас. Это 5 копеек. Масонский. 35-й год. В хорошем. Шикарно, сейчас сохраним. Вот. Ну, как-то вот так. Итак, ребят, ну что, последний комрад собирается в путь-дорогу, ну и мы тоже будем сейчас собираться. Сделаю обзор того, что у нас Костяныч накопал. А в основном все монеты у нас шурфа. Ну и по верхам походил немножко, но верха у него... Сверха одна монета еще. Верха ему что-то не задались. Вот, самое интересное, ребята. Крупная, 24-й, но печальный. Как и я только что сейчас двушку поднял тоже. Дальше, трешка. 8-й год. Вроде неплохая. Затем еще одна двушечка. Вот, и печальная серебрушка. Нет, 3 копейки трешка. Серебрушка печальная, 20 копеек. 25-й год. Вот, остальные что? Ну, здесь банально, ребята, банально. В основная масса таких вот окаменелых. Это после 61-го года реформы. Вот, пятачок, трешки, двадцатки. Ну и сопутки, что полагается для шурфа. И самое зачетное у него, я считаю, самое зачетное. Ребята, вот такая бутылочка. Чернильница. Имеется надпись, к сожалению, не разобрал, что написано. Так что так вот. С любым знаком. Да. Чего хочешь сказать? Как отдохнул? Зачетно. Да, кстати, спасибо за подарок. Сейчас я тебе тоже вручу подарочек от души. Вот так что так. Итак, ребят, последняя машина уезжает. Все, пока, счастливо, спасибо. Ну и, конечно, пришло время моих находок. Видите, какая куча. И это все, ребята, почти верховое. Вот такой вот чугунок, ребята. Правда, не чугунок, а он алюминий, что ли, или что-то в этом роде. Звенело здорово. Так, конечно, цвет мед тоже не брезгую, собираю. Значочек. Володя. Вот такой вот колокол. Очень интересно тем, что он, ребята, смотрите, грани. Поддужный колокольчик. Дальше. Вот такая интересная штука. Очень интересная штука. Я почищу, сделаю фотографию, выложу и буду узнавать, что внутри там имеется какая-то проба, то ли клеймо на иностранном языке. Ребят, советское время, или может быть даже царское, такая вещь с иностранным клеймом. Удивительно. Дальше, ребята. Собираю иногда гильзы. Гильзы, которые на донышках имеются надписи. Делаю очень красиво оригинальные панно. Ложечка целая, сервизная, классная. Ложечка получается тоже туда.
Так, дальше вот это интересно, ребят. Тоже напишите, что такое. Может быть, лошадиная упряжь. Ну, больно толсто. Дальше. Такие вот декоративные тоже, я так понимаю, в цвет мед. Это тоже непонятно что. Тоже в цвет мед. Дальше, что у нас тут интересное было. Вот такой вот печальный случай. Очень печальный случай. Очень жаль. Хороший, приятный крест. Вот это серебрушка, ребята, шурфа. Это тоже шурфа. И вот эта самая приятная была находка. Тоже шурфа, 21 год, 10 копеек. Дальше. Застолье у нас было. Пили водочку на серебре. Ну и я не поленился. Разбил бутылку и достал вот такую серебрушку. 999-я проба, ребята. Дальше. Вот это вот я чистил, но что-то получилось вроде этого. Это у нас царское серебро. Дальше. По царям. Двушка низкопрофильная. Трешка николаевская. Трешка Александровская, да, 1869. Николаевская. Николай I, 1 копейка, но она затертая серебром. Александр II, 1861 год, копеечка. Двушка немножко затертая. 24 год. Еще два царика двушки и две по копейке. По пятакам, ребят, пятаки 30-й, 31-й, 28-й, 50-й и, по-моему, 30-й. Как-то вот так вот у меня получилось, ребята. Я считаю, что неплохо. Пуговка, ребят, на пушках. Класс. Колечко и зажигалка. Вот такие вот тоже вещи у нас попадались. Очень приятный. Ну, как-то вот так вот, ребят. Ну, так вот у нас получилось сегодня. Итак, ребят, на этом все. Закругляюсь. Коп получился вообще отменный. Приезжали даже с Волгограда. Волгоград, привет-привет. В общем, пацаны, откопали классно. Каждый откопал что-то изюминку классную. Даже Санек, Катин пятак откопал. Единственная находка, к сожалению. Вот. Ну, а в целом... Ну да, все отдохнули, все с находками отправились домой. У меня сегодня получилось куда лучше остальных. Ну, просто, наверное, фарт везения. Ну, конечно же, ребята, это Ванкович 540-й всю мою работу сделал. Забирали верховые. Получилось классно. Ну и все, на этом пока. До новых встреч на шурфах, на копе.